Командорские острова – заповедная земля на самом краю России. Со всех сторон она омывается водами Тихого океана и до сих пор сохранила свою первозданность. Путешественники называют Командоры обыкновенным чудом, которое прекрасно одним лишь фактом своего существования. Я приехал сюда, чтобы своими глазами увидеть этот потаенный мир и познакомиться с его обитателями. Командорские острова находятся в северной части Тихого океана. Они входят в состав Камчатского края. Добраться сюда можно водным или воздушным транспортом. Перелет из Москвы в Петропавловск-Камчатский, а затем в село Никольское, единственный населенный пункт на Командорах, займет около 14 часов. Командорские острова – одна из самых труднодоступных территорий России. За непредсказуемый, постоянно меняющийся климат эти места называют страной ветров, дождей и туманов. Здесь обитают животные с двух абсолютно непохожих друг на друга континентов – Евразии и Америки. Это признано уникальным природным явлением. Практически в каждой бухте, на прибрежных камнях и песчаных косах расположились морские млекопитающие. На Командорском архипелаге встречается 10 разных видов морских млекопитающих, из которых антуры, каланы и сивучи включены в Российскую Красную книгу. Здесь, на северо-западном лежбище, преобладают северные морские котики, самый распространенный вид. Эту тихую, уютную бухту они делят вместе с сивучами или северными морскими львами. Те гораздо крупнее и сильнее котиков, но при этом своих младших собратьев не обижают. Котиков так прозвали потому, что их острая, взъерошенная морда украшена забавными длинными усами. Только вряд ли их можно назвать мягкими и пушистыми. Морские котики очень беспокойны и издают много шума. Большую часть времени морские котики проводят в воде. На берег выходят, чтобы завести потомство. Первыми на лежбище, приблизительно в начале мая, появляются самцы-сикачи. Они занимают определенные участки и ждут своих самок, которые приплывают сюда в начале июня. Спаривание происходит в первую же неделю. Затем в течение года самка вынашивает детеныша. Свое потомство котики каждый год выводят в одних и тех же местах. Причем самки выходят на берег в том же самом месте, где лежали годом ранее. Обычно в помете один щенок. При рождении шерсть у него темно-коричневого цвета.
Примерно через 4 месяца происходит линька, и шкура принимает серовато-серебристый оттенок. Репродуктивный период, его еще называют лесбичным, продолжается от 3 до 5 месяцев. За это время малыши набираются сил и учатся у своих родителей всем премудростям жизни северного морского котика. Им приходится очень быстро становиться самостоятельными, ведь их матери в период скармливания надолго оставляют их одних и уходят в море на кормежку. Маленькие котики, оставшись без мам, сбиваются в небольшие группы и образуют своеобразные детские сады. Когда самка возвращается с кормежки, она отыскивает своего детеныша и кормит только его. А потом опять надолго уплывает в океан. Северные морские котики – полигамные млекопитающие. Они живут большими гаремами. Верховодит в каждом крупный самец-сикач, у которого может быть до 50 самок. У этих животных очень сложный характер социальных отношений внутри каждой популяции, особенно в период размножения и вынашивания детенышей. Место лежбища каждой семьи строго разделено по половому и возрастному признаку. Порядок наводит сикач, слово которого, вернее, грозное рычание – закон для всех. Ослушаться сикача никто не решается. Его размеры и мощь впечатляют. Рост больше 2 метров и вес около 300 килограммов. Самки почти в 3 раза меньше. Сопротивление бесполезно. Самцы очень ревностно охраняют свои участки, агрессивно нападая на любого непрошенного гостя. Конфликты и скандалы возникают ежеминутно, но все они довольно скоротечны. Вообще морские котики стараются до драки и выяснения отношений не доводить. В их общении огромное значение имеют визуальные и звуковые сигналы. Многоголосый хор, который сейчас доносится с лежбища, вовсе не какофония, разделенная на диалоги, предупреждения, переговоры, угрозы и всевозможные объявления.
По наблюдениям ученых, большинство самцов главенствующее место в гареме занимает не больше 2 недель. Как только сикач уходит на кормежку, его место тут же занимает соперник. Прежнему лидеру по возвращении очень редко удается снова возглавить свой клан. Я путешествую по Командорским островам и изучаю здешнюю природу и животный мир. На острове Беринга я наблюдаю за морскими млекопитающими. По соседству с морскими котиками на лежбище огромными золотистыми глыбами возвышаются их ближайшие родственники – сивучи. Сивучи или северные морские львы – самые крупные животные семейства ушастых тюленей. Самцы вырастают до 3 метров в длину и весят около тонны. Самки, как и у всех видов этого семейства, примерно в 2 раза меньше. Сейчас сивучи мирно дремлют на песке в полосе прибоя, но их благостный вид довольно обманчив. При малейшей опасности самцы бесстрашно встают на защиту своей территории. Самые ожесточенные сражения происходят весной, когда самцы ожидают прибытия на лежбище своих самок и делят территорию. После выведения потомства сивучи заметно успокаиваются и лишь изредка отгоняют со своих участков молодых самцов. Ученые Командорского заповедника рассказывают о необычном поведении котиков. Оказывается, те, несмотря на существенную разницу в силе и размерах, не прочь иногда подразнить своих старших братьев – сивучей. Можно достаточно регулярно наблюдать, как молодые котики, опять же самцы, в возрасте 2, 3, 4 лет, могут залазить на купающихся в воде сикачей сивучей, обхватывают их и катаются на этих больших телах. Сивучи, как правило, достаточно миролюбивы в этом отношении. И, как правило, очень серьезно, очень строго их не прогоняют. Могут немного огрызнуться, но зачастую тоже участвуют в этих играх. Сивучи достаточно интеллектуальное животное и порой устраивают шутки и розыгрыши для своих же собратьев. Так, например, молодые самцы, которых называют полусикачами, часто выбегают на лежбище, где залегают взрослые самцы, у которых самки находятся со щенками. Ну, они как бы ведут такой размеренный, статный образ жизни почтенных семьянинов. Полусикачи, эти молодые самцы, они по сути как хулиганы во дворах, которые забегают в песочницу, разрушают песчаные замки, которые строят дети, либо вносят смуту в семейную жизнь взрослых животных. Пока здесь паника, они забегают с другой стороны. То есть сикач вынужден, хозяин гарема, метаться с одной стороны, с одного участка на другой участок. Поймать, конечно, такого разбушевавшегося хулигана очень сложно. И приходится взрослым животным, сикачам, тратить очень много времени на то, чтобы успокоить все лежбище.
С наступлением осенних холодов морские млекопитающие начинают покидать свои лежбища. Сивучи уходят на зимовку в Берингово и Охотское моря. А котики отправляются к берегам Японии. Там больше корма и теплее. В течение всей зимы животные активно кормятся в море. Этот период называется нагульным. Весной они снова возвращаются на облюбованные места на Командорских островах, чтобы снова вывести потомство и продлить свой род. Так происходит много тысяч лет. Из тихой и уютной бухты я отправляюсь к острому скалистому мысу, расположенному по соседству. Здесь обитают каланы и островные тюлени-антуры. Они устраивают свои лежбища на рифах и каменистых островках и никогда своих родных мест не покидают. У антура по всей шкуре разбросаны многочисленные светлые кольца. За это его называют тюленем-цветком. Они очень миролюбивы и осторожны, и всячески сторонятся суеты и шума, которые издают их родственники – морские котики и сивучи. Интересен антур тем, что, несмотря на то, что многие обыкновенные тюлени, в частности, его ближайший родственник Ларго, рождают детеныша белого окраса, белька, что связано с особенностями их размножения на льду. Антур, так как живет на рифах и детеныши рождают на рифах, его щенок сразу имеет окраску взрослого животного. А вот эта линька из белька во взрослый окрас происходит внутриутробно. То есть первый раз детеныш линяет, еще находясь в животе у матери. Антуры любят подремать на береговых камнях во время отлива. Они лежат почти неподвижно, изредка почесывая себя когтями передних лап. При малейшем шуме или волнении цветочные тюлени пробуждаются и немедленно сходят на воду. Поэтому увидеть их вблизи – большая удача. На командорских лежбищах морские млекопитающие соседствуют с беспокойными и назойливыми соседями – песцами. Эти хищники только выглядят мелкими и тщедушными на фоне котиков или сивучей. На самом деле это храбрые до отчаяния животные. Они чрезвычайно любознательны и не боятся никого, в том числе и людей. Они очень любопытны, они очень любят воровать у людей все, что ты случайно где-то положил.
надо внимательно за этим следить, потому что приходит писец и норовит это утащить. И были случаи, когда на лежбищах воровали у фотографов фотоаппараты, притом достаточно крупные, и уносили к себе. Ну и еще из них есть специфическая особенность. Они очень трепетно относятся к своей территории. Если человек на нее заходит, то они пытаются всячески его прогнать, лают. Несмотря на значительную разницу в размерах, песцы иногда нападают на щенков морских котиков. Но поймать птицу для этого зверя не составляет никакого труда. Живут они вблизи береговой линии, у подножия холмов, а также на песчаных сопках. Эти животные – единственный аборигенный вид на Командорских островах. Их здесь два вида – голубой песец с острова Медный и берингийский. Оба относятся к категории исчезающих видов. В северной части Тихого океана находятся Командорские острова. Здесь можно наблюдать редкое природное явление. В одном пространстве существуют животные двух разных континентов – Евразии и Северной Америки. Помимо различных морских млекопитающих, в акватории Командорских островов водятся огромные популяции рыб. Территорию острова Беринга покрывает множество небольших речек и ручьев. Каждое лето по ним из соленого океана во внутренние пресные водоемы поднимаются десятки тысяч кижичей, нерок и горбуш. Этот неприметный ручей называется Лощал. Он впадает в озеро Саранное, главное нерестилище нерки на Командорских островах. Сейчас в нем собралась большая стая рыб, которая вскоре пойдет на нерест. В период нереста ручей переполнен неркой, многочисленные стаи, которые ждут своей очереди, чтобы войти в озеро и вывести потомство. Оказавшись после океана в реке или ручье, нерка несколько недель проходит процесс опреснения, привыкает к изменению химического состава организма. В это время она меняет окрас. Вместо привычного серебристого появляется ярко-красный брачный наряд. Войдя в озеро, рыба находит отмель вблизи берега. Самец вырывает несколько неглубоких ямок, в которые самки откладывают икру. Нерка старается нереститься там же, где родилась сама. В ее природе заложено безошибочное нахождение места собственного появления на свет. После выброса икры самцы и самки начинают активно кружиться вокруг ямок, зарывая личинки в грунт. Икромет у этого вида лосося чрезвычайно растянут и может продолжаться до весны.
Причем иногда нерка нерестится даже подо льдом. Мальки появляются на свет в конце зимы. В озере они будут расти 3-4 года, а затем уйдут в океан. Но рано или поздно нерка вернется в озеро Саранное, чтобы снова вывести потомство. Природный круг замкнется. На Командорских островах есть достопримечательности, которые сначала слышишь и только потом видишь. Знаменитые птичьи базары. Своим шумом они порой пересиливают океанский прибой. Такие массовые поселения пернатых есть на каждом острове архипелага, но здесь, на юге острова Беринга, одно из самых больших. Галдящие самыми разными голосами птичий базар слышно за несколько километров. Птицы устраивают свои гнезда на высоких карнизах и в расщелинах скал, в уступах и нишах горных склонов, на маленьких прибрежных островках, в земляных норах и россыпях камней. Такой плотности поселения птиц, как на Командорах, нет больше нигде в России. Для многих пернатых архипелаг – временное пристанище. Сюда прилетают либо перезимовать, либо сделать остановку на отдых во время длинной миграции. На Командорских островах три массовых вида чаек. Это серокрылая чайка, она самая крупная. Как раз гнездовая колония, самая большая, расположена на острове Топорков. И два вида мелких чаек. Это моевка и красноногая говорушка. Они очень похожи, отличает их по большей части только цвет лапок. У красноногой говорушки они, соответственно, красные, у моевки они темные. Самые многочисленные колонии на острове Беринга – у Баклана, Чистика, Ипатки и Кайры. Кстати, бакланы здесь особые переливчатые расцветки и потому имеют собственную классификацию – берингийский баклан. Всего на зимовьях, гнездовках и сезонных миграциях на Командорах отмечено более 200 видов птиц. Из них почти 40 включены в Международную российскую красную книги. Только здесь, на архипелаге, регулярно размножаются такие птицы, как пуночка, серокрылая чайка, тихоокеанский чистик и красноногая говорушка. Командорский архипелаг состоит из четырех островов и нескольких скал Кекуров, которые возвышаются из океана вблизи береговой полосы. Самый крупный остров – Беринга. Есть еще острова Медный, Арий Камень и Топорков. Все участки суши на Командорах – места обитания редких животных и птиц. Остров Топорков – третий по величине на Командорском архипелаге. На нем располагается царство северного попугая. Так называют маленькую черно-бело-красную птицу топорка. Эти пернатые устраивают свои гнезда в норах. Орнитологи подсчитали, что здесь обитает не менее 20 тысяч особей. По сути, остров Топорков – это огромный многоквартирный дом. На этом острове всего два вида пейзажа.
северной части – каменистое побережье, изрезанное крошечными заливами. В южной – небольшая песчаная линия прибоя, переходящая в невысокий плоский холм. Именно здесь и поселились топорки. Это весьма доброжелательные и компанейские птицы. Любопытные и в то же время пугливые. Поодиночке они не обитают, только в сообществах. Топорки живут на побережье океана или на островах с высокими крутыми обрывами. Они питаются мелкой рыбой и морскими беспозвоночными. И в погоне за своей добычей могут нырнуть на глубину до 50 метров. Сначала топорки кормятся сами, затем отлавливают 5 или 6 рыбок и в клюве несут их в свои гнезда. С воды топоркам взлетать тяжело, нужен долгий разгон. Гораздо удобнее уходить в небо, спрыгнув с обрыва. Процесс вылета на кормежку напоминает большую очередь в супермаркете. Северные морские попугаи деловито шагают к краю холма и, оглядевшись и потолкавшись с соседями, устремляются в океан. На один квадратный метр острова приходится по несколько птичьих нор. Топорки, создавая свое жилище, неустанно перекапывали землю и удобряли ее продуктами своей жизнедеятельности. В итоге получился своеобразный качкарный рельеф с аномально высоким содержанием в почве азота и фосфора. Такой на всем архипелаге встречается только на острове Топорков. Топорок – самая яркая и нарядная птица на командорах. У него черно-бурое оперение. На голове выделяются белые щеки. За глазами растут пучки желтоватых перьев. Украшение и гордость топорка – мощный высокий клюв, сильно сжатый с боков. Наряд командорского попугая напоминает парадный мундир, который он носит с большой гордостью. Колонии топорков можно встретить не только на командорах и Камчатке, но и на американском побережье северной части Тихого океана. Но здесь, на острове Топорков, одно из самых многочисленных сообществ этих птиц в мире. О животном мире Командорских островов часто говорят: уникальный, неповторимый, особенный. Я провел в этих местах всего несколько дней, но убедился в справедливости подобных эпитетов. Многообразие млекопитающих, птиц, рыб и других представителей фауны потрясает воображение. Во многом этому способствует удаленность и недоступность островов. Я очень рад, что мне своими глазами удалось увидеть этих диковинных животных, некоторые из которых встречаются только на Командорских островах.